друзья, у нас соседи тоже занимаются собаками. Насмотрелись на меня, теперь тоже хотят, чтобы как питбуль был у них. Вверх, Миша. Так он уже давай. Старенький песик. Короче, друзья, у нас соседи молодцы, любят очень животных. Они говорят, приди, снимешь. Там у них кошка доит корову. Что там еще у вас? Да найдем, что делать. Так, а мы, ребят, смотрим. Не, соседи вообще рассказывают, тетя Света, так интересно. Шакалы приходят. Расскажите, как шакал кушает у вас? Пойло ест, берет, шкурочки выкидает, яблочки отбирает, а вот сам комбикорм кушает. Не, а как он складывает шкурки? А я не знаю, как не. Он пришел, кастрюлю открыл, достал, сложил, начинаешь гнать, он вот так вот уходит и возмущается. А я боюсь я к нему подходить. Ну, зять ваш испугал, он да, обиделся, и неделю не ходит. Неделю не кушает. Голодный бедный сидит. Не, а как вы сказали, шкурки он не ест, типа отдельно и в кучу вам. Он в кучечку слаживает. Я прихожу, он не в кучечке, и яблочки там. Он только комбикорм кушает. Все, молодцы. Вот это кадры. У нас уже давношний, это старый шакал. Да? Но он вот недавно к Андрюхе под комнату привел целую стаю. Да. Кристинка, говорит, иди, Андрей, гоняй, я боюсь. Офигеть, ребят, тут шакалы ходят. Ну вот лес уже. Короче, сейчас будем временный забор делать, натянем, сейчас границы определим уже точно. Территория большая, в общем, ребят, ну зато классно. И в лес выход будет. Друзья, я вот пришел к ним, к моим соседям, да? Я просто как будто очутился где-то у бабушки. Вот в дубах, вот как вот у нас там, где пчелы. Ребят, посмотрите, ну это просто. Вот шакалы кушали, вот с этой кастрюли. Вот это все открывали. Вот сюда заходит. Вот эту крышку открывает. И вот эти помои наяривает. Вот тут еще сывороткой запивает. Блин, ну ребят, я завидую вам. У вас такая жизнь здесь, прям фазенда, наслаждение. Кролики, ребят. Эх, счастливые люди, а. Посмотрите, территории сколько. Ну, класс, сарайчик. Ну. Блин, вообще супер, супер, супер. Камера полетала. У нас... Кими, замолчи. Уши Кими подвязал. Корм, ребят, приехал. Вот так вот. Колбас нельзя. Все, Юра с нами, значит, движуха будет. Я самое тяжелое несу девочку. Посмотрите на эту красотку, я уж подвязал. Тихо. Ребят, тихо. Это на тканевой основе. Поэтому. Ой, не на тканевой, а на бумажной основе. На бумажной. Поэтому должно быть все нормально. Вот. Ребят, посмотрите, какой рогачок. Помните, в детстве мы все искали такие? Вот было бы кизил. Кизилова еще бы лучше было. Короче, возьму, сделаю рогачок. Рогатку себе сделаю. Че вы? Да вы оба, я скажу. Не подарочки, порвете тут все. Ребят, вот так вот. Было, увидите, как станет. Вот так, ребят, сейчас очистим. Потом на костре чуть его подержим. Высохнет и будет офигенный рогачок. Птичек убивать не будем, не переживайте. Просто на меткость. Лаза. Вот так вот очистил от кожуры. Сейчас на солнышко поставлю, пусть сушится. Посмотрите на нашу леди. Красавка. Бензин привез и немного покушайте, ребята.
собачкам там. Пикник. Друзья, Кристина сделала на природе себе ногти. Круто, молодец. Кошак ходит. Да? Да, я. Молодцы. Вчера поругала Яврика, видите, уже нормально относится. Не только если. Молодцы. Я. Ну что ты ее за глотку ее берет? Яврик. Что вы там творите, а? Водички поменял, свежий налил. Хорошо, кайфуйте. Да? Ушастик наш. Все, 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 хватит всех облизывать. И кусать тоже. Всего обслюняю. Молодец, молодец. Все, ну хватит. Молодец, тихо, тихо, молодец. Все, Кимка, выходи, выходи, малышка, выходи. Молодец. Молодец. Все. Мы с кошком посидим сами. Багирка подошла. Че, у Кими не прям уж и короткие уши. Нормальный, да, девчонка? Вот такая территория. Вот такое у нас будет озерце. Вот оно, высохшее. Ну как? Никто не пользовался, сейчас почистим. И туда еще, к лесу, полянка. Прикольно, почистили аж. Классно, да, ребят? Настоящая природа. Вообще, ребят, видите, медянка пополнила. Они ж безобидные, ребят, медянки. Они же нафиг. Не забыл, вонючая может быть. Не хочу, они ж воняют. Ничего, покажи дальше. Кими, привет. Что, как валенок, а?
Тихо, нельзя. Нет, нельзя, нет. Нельзя. Нельзя. Нет. Нельзя. Нет. Кими сидеть. Кими сидеть. Кими сидеть. Нет, сидеть, Кими. Колобок, тише. Нельзя. Так, ладно. Нельзя. Нет. Нет. Блин, заморожено. Нет. Нельзя. Нет. Нельзя. 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 Кушайте, кушайте. Подождите, подождите. Кошка кушает, спает. Подождите, подождите. Это головы куриные. Я вообще такое не даю, но решил дать. Бля, одной рукой неудобно, реально. Так, ладно. Кушай. Кими, Луна. Вообще, кто-то говорит, вот эти клювы надо убирать. Блин. Надо было больше взять курицы, что-то я. Нельзя. 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 А вот нечего. Нельзя. Нет, подожди. Кушай. Кушай, давай, кушай. Не прыгать, я просил. Не прыгать. Да не прыгать. Нельзя. На. Кстати, ребят, Багира потекла. Сегодня вон кровь. Вот кровь уже заметили. Так что наконец-то это ее вторая течка. А то что-то она долго не текла. Настроение хорошее, прохладно, покушали. Все у нас классно. Вода, ребят, чистая. Вживую еще чище. Чего это? Не обижай. Я его только закрыл. Он полдня бегал. А не по полдня он бегал. Ой-ой-ой-ой-ой. Драмы больше нет. Нет больше драмы. Да. Играть хотят. Играйтесь. Не спать. От меня отстаньте, пожалуйста. Так, а где наш Котофей? Котофей, вот он. Котяра. Привет, братан. Не мурчи. Не мурчи, малыш, не мурчи. Не мурчи, не мурчи, не мурчи, не мурчи. Красавчик, ну просто красавец. Драмы больше нет. Нет больше драмы. Вот так вот становится по жизни и уговаривает меня заниматься. Вот представляете? Вот. И вот так будет стоять.
И как ему отказать? Киара, все, отстаньте от меня. Вон, кстати, кошка наша. Так, все, Киара, нет. Хватит меня облизывать. Я искупан. Я купаюсь, между прочим. Все, нет, нет, все, уйди. Достали вы. Вот их много, понимаете? Кими сейчас начнет их кусать. Сейчас взрослые упадут на луну. Поэтому думаешь, не, лучше потом закрою, кого-то отпущу и вот так вот и занимаемся. Луна любит Багиру и Мусу любит. А меня ты любишь? А меня ты любишь? А меня ты любишь? Смотри, я ревнует, что Багира меня трогает. Зарычала, укусила Багира. Да вы мои солнышки мои. Да вы мои красавцы. Луна смешная, но почему она такая смешная, я не знаю. Тихо, тихо, Киара, у нее уши. Кими, ты тоже успокойся, наглеть начинаешь. Кошак думает, что вы там творите? Смотри, все до Киары лезут. У Багиры течка началась. Наконец-то. Ну, ребят, вязать ее не собираюсь, так что даже не спрашивайте. Следующую течку и то под вопросом большим. Буду ли я вязать? Пока не хочу, ребят. Ой, такой кот, котик у нас красавец. Так, может вы успокоитесь? Видите, эти бегают, прыгают, а спать нет, поэтому он начинает меня доставать. Смотрите, идет, отбежит нам, бац. Мать. Ну, Багира, ну подожди, ну давай поиграю с мамой. Да, я с малой поиграюсь. Молодец. Ну, смешная. Волки смешные, забавные. Как детки маленькие. Как маленькие детки. И хитренькие. Очень хитренькие. Да, давай. Я сейчас попу найдет, смотрите. Удачный вариант сейчас будет, если бац, бац, за хвост. Вот так и понравился, мам. Киара, терпи, это дочка твоя. Багира, ну что ты озабоченная такая, а? Ты, наверное, сама кобелей будешь. Что хочешь с ними сделаешь, да? Это сзади, сзади. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Сразу заднюю сдает. Идет, мадам. Хитрая такая. Типа я ничего не хочу сделать, потом резко нападает. Вдруг что, потом убегает. Да, смотрите, у нее под глазом тут шрамик был. Здесь шрамы. Одни шрамики, да? Шакалы пришли. Были только что. Спать начинает ухаживание. Все, короче, скоро опять начнется у нас изоляция. Киара, ну ты как всегда найдешь. Ругается еще. Типа не подходи ко мне. Организм что-то требует, сама не поймет что.
испугался.